Всем привет! Меня зовут Бриджит, я из Америки, я учу русский язык. В прошлом году я сняла видео о том, как выглядит Нью-Йорк во время Рождества, и я оставлю ссылку в описании, если вы его пропустили. Но это видео, я думаю, будет немного персональное, о том, как я лично праздную Рождество или отмечаю Рождество, и надеюсь, что вам понравится. Так что давайте начнем. Я сейчас в торговом центре. Сегодня еще четверг, День Благодарения, но это Черная Пятница. Черная Пятница — это Black Friday. Мы продолжаем делать рождественские покупки. Мы сейчас в магазине, который называется Christmas Tree Shops. Посмотрите на эти очень большие ornaments. Мне это очень нравится. Не знаю, как сказать по-русски ornament, но это как a globe ornament. Где A? Там только написано Russia. А, здесь есть. Рождество через, я думаю, 5 дней, и я делаю все свои рождественские покупки здесь в Амазоне, потому что это очень легко, и I'm lazy. Я куплю эту термокружку дяде, еще куплю этот пазл Vintage Foods. Сестре это маскара, еще сестре это tea kettle. Привет, я дома, у меня есть эти подарки, которые я получила, которые я купила через Amazon. Ужасно это сделала. Завтра Рождество, так что сегодня мы говорим, что это Noche Buena. Noche Buena — это значит хорошая ночь. Или хороший вечер, не знаю. Это латинская, американская или испанская традиция, не американская. Моя семья с Кубы, так что мы это празднуем. И мы едим большой ужин, свинина. Это большая часть ужина. Это свинина, рис, фасоль, юка, не знаю, как это сказать по-русски, и булочка. Я уже устала, но пора есть десерт. Я вчера купила этот маленький тыквенный пирог, только 50 центов. God, it's so cute! So tiny! Мы сейчас смотрим The Santa Claus 2. The Santa Claus — это мой самый любимый рождественский фильм. Если вы его не смотрели, то, пожалуйста, посмотрите его. Excuse me. Merry Christmas, Seamus. Seamus. Все устали. Для меня пора положить подарки под елкой или под елку. Положиться-то куда? Положиться на пол. Под елкой. О,
и краткая. Не знаю. Все подарки открыли, все подарки открыты, не знаю. И мы будем завтракать сейчас. Моя мама готовит яйца, это plural form, да? Не знаю, в России делают ли в России это. Это называется stockings. Это Goofy, мой любимый персонаж из Disney. Disney. И внутри есть маленькие подарки, маленькие игрушки и так далее. Мы пришли в кинотеатр, потому что нам было скучно. Посмотрите, это попкорн. Here's my hand for large Coke, large popcorn, small Coke. Посмотрите. Gigantic. Here's my hand for scale.